Загородный парк 2 февраля 2019 года. Сегодня мероприятие по ледовому катанию на ватрушках проводит футбольный клуб «Крылья Совета». Ледовое катание, гонки, указатели на снегу. Все, не полностью разобрал в этом аппарате, поэтому... Что ты делаешь? Что ты делаешь? Раз, два, три. Ноги сейчас, секунду, разберусь. Переживайте, если кто-то переживал за мое здоровье. И за ваши слуховые аппараты. Друзья, у нас, я открываю нашу трассу в тестовом режиме. Можно сейчас прокатиться, попробовать именно трассу, которую мы на ней будем фиксировать ваше время. Вот здесь аккуратненько, только, пожалуйста, сохраните ее в целости и сохранности, потому что люди вчера до 9 вечера старались, выстраивали вот эти вот горщики, она только вчера была залита. И за ночь вот она замерзла в таком состоянии. Поэтому давайте ее немножечко накатаем. Но я думаю, что флаги мы трогать не будем. Сильно без фанатизма относиться к разгону тоже с участников не будем. Поэтому аккуратненько тестим ее, накатываем хорошо. Кто не зарегистрировался, повторяю, регистрация открыта в доме проката. Вот он находится там, там большие буквы написаны «прокат». Регистрируйте своего ребенка, регистрируйтесь сами. Пока люди, гости все подходят, регистрируются в дом проката. Там есть человек, который запишет вас в список. И вы уже участник нашего наших сегодняшних гонок. Присутствие своего тюбинга или своей ледянки не обязательно, потому что у нас 4 ледянки, которые от футбольного клуба «Крылья Совета» для нашего соревнования предоставлены. Они как раз и будут такими главными в этом, потому что чтобы было все честно, чтобы отличался только пилот, тюбинги будут все одинаковы. Ваша задача выбрать один из 4 и на нем прокатиться и показать свое лучшее время. Также, друзья, есть небольшое правило о том, что нужно, чтобы 5-я точка, будем называть это набережный сустав, была в тюбинге, то есть вниз головой на животе, боком или как-то вниз под ногами, к сожалению, так не нужно. Нужно, чтобы было ограничение, поэтому вы садитесь в тюбинг, а там уже как вам ваша аэродинамика подсказывает, либо ноги прямо, но голову назад, либо в позе лотоса вы будете. Это уже вам решать, как вы быстрее будете. Ледовая гонка решает именно время, поэтому секунды человека.